Добрый день. Всем привет. И мы сейчас съездили на почту. Днем у нас сегодня был пир. И мы с Алиэкспресс забрали вот эти чехли, которые я на Алиэкспресс заказывала. Смотрите, какие они прикольные. Первое я сейчас покажу. Мороженка. Я на Ютубе такое видела. Вот. Красиво. Дальше котик. Угу. И вот такой вот зайка. Так, цена, по-моему, 220 рублей каждого чехла. И еще у меня на Алиэкспресс это еще не доставлен, еще не приземлился чехол с жидкостью. Блестками, да? Да. Сейчас я покажу, как выглядит зайка. Вот так он выглядит. Ой, какая милота. Тут чуть-чуть не обрезано, но все равно. Угу. Потому что это Алиэкспресс. Дальше киска. Киска на меня. Не, ну за свою цену, конечно, чехлы просто превосходные. Мы вам оставим ссылочку, если, конечно, вам интересно, перейдите. Если посмотреть. У кого-то такой же телефон, да, если у кого заказать. Такой же телефончик. Мне понравился вот этот на лето, прикольно, буду в лагерь летний ходить. Ой, какой классный. Не трогай, пожалуйста. Не надо, это не антистресс. Mm-hmm. Мороженое. Мороженое, знаете, что там дырка для наушников. Там такая длинная. А меня, знаете, что поразил? Думаю, а как же нажимать-то? Гляньте, какие края, бока широкие. Вот там. А тут, оказывается, есть такие ограничители. Смотрите. Угу. Сейчас покажу. Фу. Алло. Ага, здрасте. Класс вообще. Молодец, супер. Так, смотрите, какая у нас красота. У нас потеплело, и все цветочки еще больше приобрели. Много-много цветочков у нас раскрылось. Смотрите, как здесь все цветет и пахнет. Ой, я вообще просто в восторге. Гляньте на эту красоту, да, детка? И вот так что покупайте петуния Eagle серия. Это просто супер. И еще покупайте чехольчики. Да. Они превосходные. А сами цветы шикарные. Вот, смотрите, вообще, какие огромные. Вот какие огромные, больше моей руки. Супер. Но их надо немножко, знаете, формировать, подстригать. Я чем и занимаюсь. В общем, вот смотрите, вот такие, видите, отцветшие. Их нужно прям с плодоножкой вот с этой, вот так вот отрывать, чтобы завязывались новые и новые бутоны. Так что вот такая красота у нас. Вот тоже здесь, смотрите. Вот такая плодоножка. Берем и убираем. Все. Также здесь вот тоже. Убираем. Красота. Очень красиво. Меня все радует. Вот этот кустик прям пышный-пышный стал, смотрите, белый. Хотя горшочек маловат для него. Нужно будет его периодически стричь для того, чтобы он не потерял свои формы. Это у меня... А как она называется-то? Забыла, господи. В общем, я все в надежде, что у меня здесь будут такие лианы из цветов. Когда-нибудь я дождусь. Здесь это я его подстригла. Вот, обрезала. Он у меня пока никак не хочет. Вот, только сейчас вот начинает выдавать. Видите, вот бутончики. Все. Здесь тоже шикарный. Не, мне вот этот вот лосось, да, цвет вообще очень сильно понравился. Супер. Да вообще все нравится. Все красиво. Все шикарное просто. Смотрите, какая плодоножка у этого цветка огромная. Гляньте. Вообще. Так, пошла я дальше. Поливать морковку. Все сушняк сушняком стоит. Завтра передают похолодание у нас. Да, плюс 17 или даже 15, как-то так. Так, решила приготовить я бисквитный рулет. У меня остался крем после пирожных, картошка. И, в общем, у меня сколько, наверное, людей, столько и видов бисквитных рулетов. У меня будет бисквитный рулет белый. Здесь у нас 6 яиц. Отправляем в чашу блендера, миксера. Будем взбивать до пены вместе с сахаром. Но сахар сейчас я не буду добавлять. Сейчас сначала яйца взобьем с вами, а потом уже будем постепенно досыпать сахар. Никаких разрыхлителей, сод добавлять мы не будем. Получается у нас 6 яиц, 5 столовых ложек сахара и 5 столовых ложек муки и ванилин.
Так, муку будем мы вмешивать руками. Вот так аккуратненько, чтобы не нарушить объем. Пока вмешиваем, у меня плита разогревается до 180 градусов. Выпекаем 15-20 минут. Так, теперь эту пышную массу выливаем на противень, застеленный пергаментом. Хорошо разравниваем. Потом мы с вами будем сворачивать его в рулет, прям в горячем состоянии. Так, ребят, у меня остался крем, как я уже показывала, и я решила его смешать с творожным сыром, вот таким обычным, сливочным. Чтобы просто его побольше было, и чтобы он, знаете, такую вот консистенцию превратился в более нежную массу. Вот, потому что как-то вот все равно масло вместе со сметаной отщелкнулось чуть-чуть. Вид не очень. А это прям, видите, как паста такая эластичная, мягкая. Будем смазывать внутри наш рулет, а сверху посыпем сахарной пудрой просто. И все, будет вкуснятина. Так, рулет остыл. Берем его вот так, разворачиваем аккуратненько. Отделяем бумагу. Так, бумага нам не нужна. Так, берем крем. Намазываем кремом. Крема не очень у меня много, поэтому весь вымажу, какой вот остался. Бисквит и так очень такой нежный, его пропитывать не обязательно. Просто кремом смажем и поставим в холодильник. Ну, пропитаться, может быть, на час, полчаса достаточно. Надо его немножко охладить. Так, и все, и начинаем вот так сворачивать обратно, как и было. Все. Иногда я, конечно, такие краешки обрезаю. Вот, сейчас я это и сделаю. У меня Вероника их обожает откусывать. И заодно вы увидите, какой рулет в разрезе. Вот он, красавчик. Вкуснятина. Так, это я ей отложу сейчас на тарелочку. У меня есть на канале уже рецепт шоколадного такого рулетика. Я вам ссылочку оставлю в правом верхнем углу. Переходите и смотрите, если кому интересно. Там я делала заварной крем. Тоже очень вкусно. Я переложила на вот такую досточку. Просто фольгой застелила. Конечно, в идеале хочется купить какую-то длинную такую тарелку для рулетов. Я их часто готовлю. Так, что делаем? Берем сахарную пудру, вот такое ситечко. И вот такими вот несложными движениями начинаем украшать рулет. Можно полить и шоколадной глазурью. В общем, все, что вы хотите, можете творить с этим рулетом. В любом случае, вы его не испортите, он будет просто великолепный и превосходный.